Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я приехал в лес полюбоваться вот такой красотою. Посмотрите, желтые поляна. Цветочки расцвели. Покажу вам нашу красоту. Погуляем в лесу, полюбуемся цветочками. Погода стоит хорошая, солнышко вот, и вот такая вот красота. Ну, идемте, полюбуемся. Вот жаль, что видео не передает такой красоты. Представляете, такой воздух чистейший. Вот такая вот желтая полянка в цветах. Ну, это чудесно. Небо. Посмотрите, друзья мои, какие чудесные бабочки. Ну, полюбуемся ими. Вот какие мы. Надо же. Красоточки. Посмотрите, какие нежные цветочки. Мелкие, но красивые. Чудесные. Колокольчики. Посмотрите, какие чудесные. Любуемся. Люблю лесные цветы. Такая красота. Тишина, только ветерок немножко задувает, и слепни появились, летают. Вот на поляне одни цветы, в лесу другие. Вот их много-много, вот таких беленьких. Они миленькие. Сегодня видео про цветы. Но впереди еще шишки поснимаем. Сейчас из леса выйду, покажу вам сосновые шишки. Вот такой еще цветочек встретил. Но он меленький, но красивенький. Полюбуемся им. Сама нежность. Красавчик какой. Ну, заинтриговал меня этот лес своими цветами. Посмотрите, какие я еще встретил цветочки.
Интересно. Вот в таком лесу я гуляю. Послушаем шум леса. Но ветер слышно. Вот птичек не знаю. На доме услышали птичек. Ну, идемте к шишкам. Вот, друзья мои, нашел я сосенку с шишками, с молодыми. Такие вот они, зелененькие. Вот они. Ну, уже перерастают. Сейчас немножко пособираю. А для чего я их собираю? Вот, друзья мои, из них можно варить варенье, делать настойку на спирту или просто на воде. Очень полезные. Очень укрепляет иммунитет. Что в наше время это очень важно. Уж рекомендую, пока вот они не переросли в этом году, значит, лето, точнее, весна была жаркая. И вот все в этом году рано поспевает. Вот их сколько. Ну, пособираем немного. Сделаем настоечку. В общем, еще раз повторюсь. Укрепляет иммунитет. В общем, много от всего. От всех болезней. Пока есть время, надо собрать. Ну, варенье я варил, что осталось, не буду, просто сделаю на воде. Все помогает от кашля, как отхаркаешься. Ну вот, пособираем немного. Ветер как колыст. Ну, вот только я шишечек набрал. Много мне не надо. Нужно брать все в меру природы. Вот, сделаем настоечку. И совет мой тем, кто будет, значит, делать варенье или настоечку, их надо резать. Можно на две части, можно на четыре. Но если для варенья, чтобы они быстрее варились, а также для настойки,
чтобы было быстрее все. Ну вот, друзья мои, закончилась наша прогулка по летнему лесу. Погуляли, полюбовались цветочками, набрали шишек. Ну, всем пока. Всем мира и добра. Берегите себя и своих близких. Запасайте шишки. Зимой пригодятся. Ну, пока. Пока-пока.